Владивосток, 1 марта 2024 года. Набережная Цесаревича, бухта Золотой Рог, Золотой мост. Площадка находится, она в виде корабля, там матросский сквер находится, с набережной Цесаревича можно туда пройти. Сегодня такая прохладная, ветерок дует, и небо какое-то, ну, в ту сторону оно какое-то серое, но вот голубое небо тоже проглядывается, короче. Встречаются. Здесь вот здание на набережной, вот здание, вон там здание, но они, по-моему, никем не заняты. Говорят, что аренда здесь слишком дорогая. Солнышко заходит. На судах загораются огни.
ту сторону Корабельная набережная. Там наверху сквер Невельского. Строительство музейно-театрального комплекса. Там сопка «Орлиное гнездо». Такой небольшой скверик, там стоит памятник Ощепкову. Чуть выше памятника Ощепкову находится сквер Невельского. Здесь зимой на деревьях можно увидеть белоплечих, белохвостых орланов. Они вот на деревьях сидят здесь.
там впереди находится музей Тихоокеанского флота. А здесь, на территории музея, стоят всякие разные пушки, орудия. Там через дорогу Восточный институт и фуникулер Нижняя станция здесь находится. А здесь внизу Матросский сквер. Через сквер можно пройти на набережную Цесаревича. Что тут? Здесь какой-то зал здесь. Танцевальный, там зеркала и станок стоит. Ну. Ансамбль песни и пляски здесь, по-моему, репетирует. А это вот Матросский сквер. Там вон видны пилоны Золотого моста. Что-то здесь свет мигает в сквере. Что-то мигает свет. Здесь никак не включится. Ну, такой сквер, его облагородили здесь. Раньше здесь не очень было.
Сейчас вот тропинки появились. Можно вот посидеть. Там есть что-то вроде лавочек. Там чуть дальше есть качели. Лестницу отремонтировали. Но вот, вот эти вот столбики еще остались с советских времен. Здесь белые вот эти вот столбики. Здесь, видимо, на столбиках вот здесь вот были какие-то, видимо, фонари. Вот сохранились какие-то элементы здесь. Наверное, фонари какие-то были. Вот. Ну вот. Лавочки такого вида. Вот одна, и там вторая. А там чуть ниже набережная Цесаревича. Можно с Матросского сквера туда спуститься. Елочки здесь посажены. Там лестница на набережную. Чуть ниже. Слышны барабаны. Видимо, здесь кто-то репетирует. На мосту загорелся свет. И ветер вроде утих. Так вот выглядит набережная и бухта Золотой Рог, когда загораются огни. Красота.
цирк. Здесь заправка. Вот столько сейчас стоит бензин, топливо. Транснефть. Такая цена. Здесь через дорогу раньше была библиотека, но здание пришло в негодность, и уже несколько лет оно, ну, закрыто. Никто его не ремонтирует. Через дорогу находится ресторан «Токио», а раньше на этом месте было кафе-мороженое «Дюймовочка». Вот. Здесь еще школа там находится. Остановка «Дальзавод» здесь. Там на здании красная звезда сохранилась. Наверху он там. А дальзавод он там ниже находится.
Там через дорогу раньше был магазин «Мелодия». Продавали музыкальные инструменты, пластинки. Впереди там стадион «Авангард». Такой вот вечерний город. 1 марта 2024 года. Время сейчас без 10:08. Цветочный магазин здесь. А по правую сторону, вот здесь вот, находится старейшее фотоателье. Оно здесь уже много-много лет находится. Здесь торговый центр «Авангард».
Гайдамак. Памятник пограничникам находится. Правда, он почему-то никак не освещен здесь. Столбов освещения нету.